С вами шеф Майер, и вы на канале Просто о мультиварке. Сегодня мы будем готовить классический омлет в лаваше. Лайки и репосты приветствуются. Вариантов омлета великое множество. Консистенции, специи, добавки. У каждой культуры свой омлет, грубо говоря. Сегодня мы будем готовить, ну, не совсем классический. Это будет больше похоже на такой печеный сэндвич, но при этом будет очень достаточно вкусненько. Так. Итак, впереди нас ждут продукты, потом приготовление, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты. Для приготовления нам потребуется 6 яиц, 360 грамм, 3 листика лаваша, примерно по диаметру, получится 120 грамм, 150 миллилитров молочка, 50 граммов сыра, соли чайная ложечка, чуть-чуть перчика и 5 грамм сливочного масла для смазывания чаши. Впереди подготовка. В данном рецепте, наверное, подготовка это займет основное время. Мы просто отправляем сыр через терку, смешиваем с молоком, с яйцами, посолили, поперчили и получили вот такую вот яичную смесь. Дно чаши мы смазываем масло, и на этом подготовка заканчивается. Мы переходим к самой готовке. Приступим. Итак, дно чаши смазано, мы отправляем туда лавашек. Выливаем примерно половину. Отправляем еще один. При желании можете, конечно, там, ну, допустим, не просто омлет, а зелень какую-нибудь туда добавить, курочку жареную. Ну, это вообще как бы другие рецепты, но тоже имеет место такое. И закрываем также лавашом. Все это дело на режиме выпечка 20 минут. После того, как мультиварка просигнализирует, дайте еще минут так 10-15 чаши остыть, и можно отправлять наш омлет на тарелку. Берем подходящую посуду, отправляем и достаем эту красоту. С одной стороны, перед нами самый классический вариант рецепта. С другой стороны, необычная подача, яркая и, самое главное, очень вкусно. А значит, приятного аппетита!